Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, и мы продолжаем проходить Uncharted 3. Как вы помните, в прошлой серии мы попали в очень плохую такую ситуацию, я бы сказал. Нам теперь нужно... Так, ладно, оружие мы уже раздобыли. Нам теперь нужно убить этих чертовых бандитов. А у меня даже гранаты нет. И выбраться отсюда. Деревушка оказалась не заброшенной, как мы думали. Нужно кое-что порешать. Иди сюда, на. Обаньки. О, черт. Да сдохни ты, ну. Все, убили. Я так не думаю. Я думаю, что покойник ты, твой друг. Покойники. Так, ну что, мы справились неплохо. Если у меня сейчас будут какие-то косячки с управлением, вообще прицеливанием. Может, а то я не играл самолет? Около 3 недель, а последняя серия, которая выходила, она была предзаписана еще до моего отпуска. Но я увидел, что я ее не выложил, поэтому... Сюда, ну ты... Вот. Так, кто-нибудь еще? Не, в принципе, все. Меня все устраивает. Ой, тихо. Да, нет, их слишком много. Граната. Черт! Куда еще пришел, да? Ау! Ау! Это больно! Ехал. Ничего не происходит, ничего не происходит. Вот он я! Бам! Бэм! Дрейк, ты обезумел. Мне это нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что делаешь, подлюка? Я мега не косой. Так, не выбрать. Окей. Может тоже по доскам пострелять. С колонной. Вот так. Вот бы в Battlefield также разрушаемость на геймплей влияла. Должен же быть выход. Мы его найдем. Без каких-либо проблем, я думаю, да, Дрейк? Ладно. Ой, нет. Класс. Чё класс? Ну, винтовка, конечно, клёвая, но... Как же они меня достали? Уехал. Подстава. Раз, два, три, полетела. Ладно. Выбьем его оттуда. Прям взад. Подстава. Бум. Лови. Вот тебе. Нет. Пока. Я успел. Ну вот. Троих сразу, А черт. Граната. Ловите, месье. Получай. Все, у меня остался только пистолет. И его мне хватило, чтобы вас убить. Супер, Дрейк, мы с тобой понимаем друг друга. Просто офигенно. Я так соскучился по этой игре. Она шикарна, блин. Так, теперь куда? Ой, не туда. Нет.
Там путь был бы неправильным. Так, ну и что? Сколько этих еще бандосов тут осталось? Ну, Дрейк. В данный момент я управляю персонажем, если что. Он не сам идет. Anybody? Блестяха. Ух, какой этот урон. Зачем нам от урона? Ух, нет, ты лучше дробовик, Дрейк, возьми, потому что... Так, надеюсь, это последний. Ядрить, смотреть. О, черт, а это еще откуда? Падай, 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 падай. Надо, думаю, ему мало, да? Да тоже лови гранату. И эту забирай обратно. Мне чужого добра не надо. Выкрыть они меня собрались. Ну-ка давай. Ну последняя-то опора уже, падай. Бум. Шикарно. Иди сюда. Нет, нет, нет! Граната! Что происходит вообще? Слушайте, это, по-моему, самая шикарная наша серия. Веселая, оптимистичная, идет, чтоб тебе, господи ты Иисусе. Ох ты, господи, ава. На. Конец ему. Это было нечестно, во-первых. Во-вторых, вас слишком много, матеж. Отъехал. Вот и сзади еще стреляю. Бум! Это просто так, чтобы душу отвести, вы понимаете, да? Нормально, заряжаем. Вот ты, да, по мне стрелял тогда? Лежать. Сюда, сюда, иди, говорю. Ты видел, да, как твой друг только что по сапатке получил? Вот ты также сейчас получишь. Подстава. Где? Же реанимируй, засранец. Это был не я. It wasn't me. Получай! Вот тебе! Получай! Противные. Ой-ой-ой-ой, патроны конч. Нормально. Я взорвал машину, убил человек 15. Я все еще жив. Какое же это прекрасное чувство, когда ты убиваешь людей. И подбираешь блестяшки, все, я на седьмом небе только что. Отчасти был. Схватить. Так, не нравится мне это. Зачем мне ракетница? А может выйти? Клёво. Ну и пекло. Так, теперь что? Ну, я же его убил, да? О-о-о. А я его убил, а он был не один. И гранат-то у меня нет. Их так много. Вот и все. Вот и все. Я не могу. Дрейк, спокойно все. Ох ты, господи. Английский? Что? Моя спики видишь? Нет, 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 нет. Не стреляй. Не моя твой друг, да? И это тоже можно, да? Не себе вдаль, мой верный друг, наконец.
Уху! Снайпер! Береги снайпер! Ой, а что я должен делать? Ой-ой-ой! А, нет! Нет! Блин, мужик, тебя убили. Надо уматывать. Ладно. Ой, куда, господи, ава? Что происходит вообще? Блин, как же я обожаю такие игры, а? И вот именно для прохождения они... Ох ты! Больше всего мне подходит, как вы думаете? Пушку вернул, да? Бэм! Бэм! Мне просто дали ракетницы, я просто хочу стрелять. Шикарно. Мы выбрались. И у Бабын Хаир тоже рад. Далеко ты ушел от дома? О, Петр Ващенко. Спасибо. Тебе здесь не место? Всем вам. Почему вы не убили меня, как остальных? Гостеприимство — это закон. Ты был в беде. Даже врага положено укрыть и накормить. Да я бы справился, ты чё? Ты враг мне, американец? Нет. Дрейк. Меня зовут Дрейк. Салим. Это мое племя. Простите за наглость, Салим. Мне нужна лошадь. И нечем заплатить за нее. Нападешь на караван в одиночку? Знаете о нем? Мои люди 2 дня идут по их следам. Зачем вы здесь? Что ищут британцы в Рубель-Хали? Затерянный город, Убар. Ирам многоколонный. Они схватили моего друга. Он один знает дорогу. Когда Ирам найдут, мой друг станет не нужен. Его убьют. Если Ирам найдут, умрем мы все. 3000 лет назад царь Соломон обладал властью над джиннами, демонами, рожденными из огня. Они взбунтовались. Царь заключил их в медный сосуд и бросил в сердце Ирама. Ирам – злое место. Джинны навеки прокляли его. Англичан надо остановить. Если они отыщут город... У нас мало времени. Да. Их слишком много, нельзя атаковать в открытую. Сейчас отдохни. Завтра мы нападем на них в каньонах. Жду мурашек. Выходим на рассвете. Блин, да чего же крутая игра. Глава 20, караван. Следуй за мной, мы их нагоним. Сейчас. Окей. Изабелла, мы встретились с тобой, лошадка моя. А там в качестве пасхалки нигде Артур на Варфоломея не скачет в пустыне. А то мог бы. Смотри, проход узкий. Салим, далеко еще? Мы уже рядом, конвой будет впереди. Ладно. Не нравится мне, конечно, эта идея, что мы на конвой нападаем. Конвой под нами! Ух ты, ё! Дрейк, не трать патроны, слишком далеко не достать! Я не стараюсь стрелять сюда.
Режим здесь! Не отставай! Еще немного! Давай! Забыл, у меня сейчас скинет, мне кажется. Скорей, это наш шанс! Вперед! Слушай, Малюша, торопится, как можешь, да? Прыгай на грузовик! Разберись с ними! Ой, тот, что слева! Окейушка. Джамп. And kill. I'm a bad man. So bad. Убил. Так. Что я должен делать? Возможно, лошадь обратно прыгнет. Он, наверное, слышишь? В первой машине. Ушел. А, забей. Вот кто нам нужен. Да блин, господи. Продолжаем. Самое мясо, как всегда. Где первая машина? Там Салливан. Ой, я чуть не спрыгнул, а лошади-то не... нету. Нормально бы так сейчас суициднул, да? Так, все, этих ребят мы обгоняем. Да чё ж ты перезаряжаешься-то, ну? Первый отъехал. А второй, походу... Второй. О, господи! А Изабелле пофигу вообще, она бронебойная. А, ракетница-то улетела. А, не, нормально. Ты не успокойся, слышишь? Да, блин, я не попаду так никогда. Yeah. Эх, косой я, косой. Да что ж ты, блин? Да где ты прям в него попал? Я ненавижу свою косость. Готов. Простите, ну, меня, дамы и господа. Куда прыгать? Зачем? Лошадь, Изабелла. Яблочко. Вообще не говорю, я так обрадовался. Ну блин. Еще минус один. Все, я убрал. Нам надо в начало колонны. А я думал, мы все это время просто так рядом с ними скачем по приколу. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй. What are you doing? Наказан. Я уверен, что в английской версии он не говорил просто авария. Что-то другое, скорее всего. Ну ладно. Сейчас мы их догоним. Сколько там? Не так много машин-то осталось. Он мой конь! Не хочу на своего коня. Прыгай на коня! Прыгай на коня! Нет, не... Ах, черт. Изабелла, прости меня, я думал, ты меня сбросишь. Да ты сдохни, но... Нет, не хочет. Иди сюда. Обаньки.
Все, отъехал Изабелла. I'm coming. Or not. Не, ну да. О, да. Я забыл, точно какими-то анаболиками накачал. Быстрее, как она гонит. Вперед! Он там впереди! Еще один дед, я с пистолета вас разрешаю. Мы уже близко! Все, нормально. Так, ой. Салливан! Здрасте. Ты там? Блин, не могу догнать. Салли! О, Салли, братюнь, ты жив. Тихо, тихо, тихо. Все, он его забрал. Ты живой? Вот ты что творишь, бес? Я падаю. Держись. О, черт. Я стреляю, но... Держись, сейчас! Отстань, жердяй! Я не удержусь! Хватай его! Хватайся, давай! Давай, давай! Блин! У тебя рюкзачок женский, мужик! Давай! You wanna fight? You wanna fight with me? Хдыщ, 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 хдыщ. I'm a man. Нет, 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 бить меня не стоит. Наоборот. На-на. Эй, ты что делаешь? Нет. Все, улетел. Держись, господи. Ты смотри, прыгаем. Все, я на лошади, отлично. Ой. Ой. Отвернитесь от экрана. Отвернитесь. Это не мой пульт. Может, кто-то что-то видит. Эй. Как ты? Я-то нормально. Фух, я думал, тебя убили. Ну, попытались. И как ты ухитрился меня здесь найти? Мне помогли. Салим. Салливан, спасибо. Времени мало. Они не должны войти в город. Он прав, Нейт. Я был в плену у этих психов много дней. Уж не знаю, что именно Марлоу тут ищет, но явно не сокровище. Ей надо помешать. Дрейк, медлить нельзя. Яла! Не заскучаешь, а, Салли? Это уж точно. Вот это плохо. Где Салим? Похоже, мы отстали. Все, лошади больше не хотят идти, да? Бесполезно. Пусти их. Изабелла, как ты могла? Они явно что-то знают про это место. Блин, ну мы-то про это место ничего не знаем, так что... А давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. Увидимся в следующей. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Джек Шепард. Надеюсь, вам очень нравится это прохождение так же, как и мне. И счастливо!